когда-то при всех мнений. Вот это вот было опубликовано, я напоминаю, а выводы чуть позже. Было опубликовано. Разные были мнения. Один, я надеюсь, умный человек. Ну, это как комментарий. Лопнула только покрашенная кора. Странно, у соседей нормально. То есть, но не убедила, совпало. Покраска не виновата. То есть мы видим полностью изувеченное дерево. Покраска, они даже не пишут про это, про побелку. Покраска. Эта краска уничтожила, дерево было вынуждено лопнуть, подчеркиваю, вынуждено, превратили в дикого инвалида. Но да, я тогда на этом остановился, а сейчас сказал себе, нет, я нашел эту фотографию, помните, я обещал, сказал, я найду. У другого товарища была точно такая же история, точно такая же, и он взял вот это вот, можно и сейчас все совет, если бы я давал совет, ну кто меня спрашивал, июнь 21 года, видите? Вот. А прислали сейчас мне, кому я сейчас адресовать буду? Человек взял, такой же точно случай, и со страшной силой не забинтовал, нет, замотал. А потом пишет мне, а дерево живо. Ну, может уже и не живо, но на тот момент он дерево спас. То есть моя реакция теперь уже с чистой совестью. Первое, отказаться от дебильной покраски. И второе, если уже это случилось, хороший способ.